Жизнь не гони, не гони. Пожалей. Он хоть и хоть, а у него тоже Новый год. Машина. Ты чё стрепут? Я быстро, мужики! Дрянь, табачок тебя, младший лейтенант. Вот, угощайся. Трофейные. У немцев генералы такие курят. Могу. Ценный трофей. МГ-42. Держи ленту. Ага. А по-простому пила Гитлера. Немцы его любят. Немец живой оказался. Живой? Стрепухин, ты автомат его прихвати. Будет сделано, Петрович! Опа-на! Чудило! Не захотел жить? Лежи теперь. Первый, что ли? Никогда не видел? Первый. Чё там? Мальчик убитого немца разглядывает. Цирк. Обезвредил? А? Обезвредил. Так точно. Офицер! Спасибо, друг. С меня причитается. Новогодний подарок из Цюриха. Нашему лейтенанту подарю. И немцев, и наших тут под снегом сотни четыре лежат. Так что аккуратней. Под ноги смотри. Наше дело трофеи собрать. Вот у похоронщиков служба самая поганая. Им тут работы недели на две. Ну что, поехали. О, пошел. Поехали.
Лейтенант, садись в сани, ноги сотрем. Ничего, я привыкший. Дрымов, ты что расселся? Место командиру уступи. Садись. Нет. Вот упрямый. Наш дел предложить. Сань, текай обратно. Обиделся на нас, младший лейтенант. За что? А не за что. Что это за тип такой назойливый воскобойников? Во всем тебе причин надо знать, а ее тут нет. Обиделся, и все, имеет право. Он верно мечтал фашистов бить. А попал к нам, к тропищам, да. В самую изнанку своей мечты. Да, лейтенант? Ты смотри, мод! И как тон уцелел! Бывают чудеса. Видно, немцу здесь задницу так надрали, что не до моста ему было. Ну-ка дай. Ни души, ни охраны, никого. Народ к новогоднему столу готовится. По всем фронтам перемирие. Часов 10, наверное, осталось. Лейтенант, надо по нам о постой подумать. Предлагаю, первая деревня какая будет, там и заночуем. Согласен. Мохов! Я. Идите узнайте, сможем ли мы здесь остановиться на ночлег. Есть. Лютики. Ой. Вот здесь, я так понимаю, будет происходить наш новогодний стихийный сабантуйчик. Лютики, цветочки. Чё-то больно тихо. М? А чего мы без разведки? Это тактически неверно. Мне, допустим, не очень верится, что здесь все качественно обстоит женским полом. А без этого солдату какой праздник? Воскобойников, чего ты молчишь? Ты чё, лейтенант? Тихо. Боженьки мои, что это? Так вас пятеро? Ну? Так ну вы все тут и разместитесь. О, изба большая, всем места хватит. А если на одну ночь, то вообще вопросов нет. Хорошо, хорошо. С Новым годом, бабоньки! Бог в помощь. Спасибо, очки. У нас тут монастырь женский. Ну, немцы ушли. Монашки домой возвращаются.
Меня Андреем зовут. Маша. Сестра Мария. Храни тебя Бог. Девочки, а то бы остались. Заночевали. Я бы вам Деда Мороза показал. Стрепухин! Чего? Идите сюда. Ты, Настёна, давай, собирайся. Куда? К Прасковье. У нее и заночуешь. Че это я у нее ночевать-то буду? Как это че? Я солдат на постой взял целую избу! Собирайся живо! Так че, они меня съедят, что ли? Я сказал, собирайся! Смирно! Во-первых, вы очень много разговариваете. Во-вторых, часы, которые вы изъяли сегодня во время рейда, находятся у вас в кармане. А это трофей. И по уставу он принадлежит советской армии и государству, а никак не вам, рядовой. Поэтому, как только завтра мы вернемся в расположение части, я тебя под трибунал отдам, как мародера. Мохов! Я? Изъять у рядового часы и оформить рапорт о факте совершенного мародерства. А может, я это сделаю завтра? Сегодня Новый год все-таки. Сделайте завтра. Салабон. Вон на дурака попали, а? Саня, там во дворе баня топится. Дровишку подбрось. Понял, Петрович, уже пошел. Давай, иди. Ладно, пошли. Здрасте. О! Здравствуй, красавица! Здрасте. Лошадь можно в стойло поставить, у нас коровенка смирная, не тронет, а повозку здесь оставляйте, у нас никто ничего не ворует. Погоди, погоди, а познакомиться? Успеем. Ой. Еще. Интересно, это сколько до нашего прихода она спала? С рождения, что ли? Ладно, но это уже хорошо. Бодрит. Ну ладно, чего встали-то? Вятский. А? Ничего. Ладно. Пойду осмотрю хозяйство. Сань! А? Ты Рымов. Распрягай. Распрягай, распрягай.
мне про свою хозяйку. Под Новый год в баньке помыться одно удовольствие. Товарищ младший лейтенант, я сапоги немецкие решил хозяину подарить. Пусть носит старик. Не против? Или опять скажешь, что все трофеи государству принадлежат? Дарите. Ну и на том спасибо. На, дед, держи. Сапоги тебе. Примерь. Спасибо, ребятки. Лейтенанту нашему спасибо скажешь. Ай-яй-яй. За сапоги тебе спасибо, сынок. Аккурат подошли. Пожалуйста. А ты чего один в баню-то ходил? С другой стороны, и правильно. Ну, ты же старший по званию. Значит, должен быть первым и со всеми удобствами. Просьба у меня к тебе, лейтенант. Говорите, слушаю. Если из твоих кто глаз положит на Настю, ты их приструни. Пустил-то я вас от чистого сердца. На радостях. И про свою девку забыл вовсе. Племянница она мне. Брата младшего дочка из Белоруссии. Ой, с норовом, девка. Она перед войной в Псков приехала. Ну, на медсестру учиться. Потом война началась. А в городе-то родных нет. Она ко мне. Ну, тоскливо ей тут. Хотя и не голодно. Да и мне с ней веселей. А женский монастырь далеко отсюда? Часа три. А по снегу так и все четыре.
Не выходила? Нет. Ой, красота. Хорошо. Так бы и остался здесь. Навечно. Тьфу на тебя. Дом справный. Посмотри. Ель, как невеста в сарафане. Гагра какая-то. Чего? Гагра, говорю. Курорт на Черноморском побережье. Да что ж она там такого с собой делает столько времени? О, наконец-то. А мы заждались вас. Старшина, посмотри, какие формы. Долго вы, долго. А мы уж истомились тут в ожидании. Я уж собирался подойти, постучать. Так а чё ж не постучали-то? Так стеснителен. Так по вам ты и не скажешь. Грожу! Эй, народ! Ну какие ж баню развели, срамотень? Мадемуазель, фарватер свободен. Прошу. Спасибо. Нет, ну подождите, подождите. Давайте еще раз скажем друг другу здрасте, познакомимся. Ну, здрасте, Настя. Старшина Мохов. Здрасте. Рядовой Стрепухин. Виктор. Что значит победитель? Давайте кадушечку подержу. Так она же не тяжелая. Так разве ж в этом дело? Позвольте. Я сейчас. Хорошо тут у вас. Прям неожиданно хорошо. Проходите. Хорошо, только скучно. Здрасте, дедушка. Стой. Пойдем в амбар, поможешь. Так, может, я помогу? Сами справимся. Сами. Настена. Ну чё? Чуть. А так... Господи, дай мне сил с душевным спокойствием пережить все, что принес этот день. Дай предаться воле Твоей, и во всем наставь, и даруй успокоение. Чё, девка, в своём уме? Чё? Ты чего вырядилась? Чё я вырядилась-то? Платье новое одела, Новый год же. Ну, ты со мной так не говори! Я перед братом своим ответственность за тебя имею. Кто они тебе такие? Женихи, что ли? Чё, женихи-то сразу? Я чё, замуж, что ли, собралась? Я не знаю, куда ты собралась. Но они солдаты, они завтра уйдут, а мы останемся. Тем более. У меня ещё такой повод выпадет. Да смотри, девка, чтобы тебе подолча не выпало! Да? А что такое большую? А набьются, спать поскорее лягут.
Откуда, ребята, у вас такое богатство? Немец на Новый год прислал. Мы, дедушка, трофейщики. Элита армии. С нами дружить. Хорошо жить. А у нас тут блютиков и немцев за всю войну так ни разу и не было. Угу. А они вот тут, в километре отсюда. Подрачи их колонны и сразу на Псков уходили. А им тут делать нечего. А мы им не нужны. Объект стратегически неважный. Ну, правда. Что у нас? Одна корова? На 7 дворов. Одна девка, Настя. 4 глухих старухи и я. Уж третий год воюем. А я немцев так в глаза живьем и ни разу не видел. Ну и что? Наш командир тоже живых немцев не видел. А вот война закончится, он будет детишкам рассказывать, как он этих гадов сотнями тра-та-та-та-та-та-та! Одним махом сотня тра-та-та-та-та-та! Как Илья Муромец! Отстань ты от лейтенанта, Стрепухин! Чего ты нарываешься? Ты его забодал уже, шутник. Командир, ты чай-то будешь? Нет, спасибо, Мох. Дай мне, я попью. Лучок дозволь. Глазки-то не щипят. А кто у нас сегодня на посту? На каком посту? На боевом посту. Да ты че, младший лейтенант? Бог с тобой. Линия фронта отсюда уже на 20 километров ушла. Мохов на 30! Вот, тем более. Вот и все. Новый год сегодня. Держи, можно и расслабиться. А потом, нас 5 всего. Ну, поставим 3 на пост лошадь нашу охранять. А сами вдвоем с тобой будем Новый год отмечать. Неправильно это. Надо, чтобы все по-человечески было. Мы же не немцы какие-нибудь, русские люди. Сели за стол, выпили, закусили, поговорили. Ну а потом, ты с нами 3 всего, первый рейд. А мы с ребятами уже 1.5 года вместе на передовой. У нас свои традиции есть. Есть устав. И я действую по уставу. В любом месте дислокации подразделения обязан быть установлен пост. Да забудь ты сегодня про устав. Забудь. Ты сядь за стол. Расслабься. Про себя расскажи. Мы ж про тебя толком так ничего и не знаем. Ты родом-то откуда? С Камы. Из города Кудымкар. Вот, с Камы. Уже интересно. И много у вас там на Каме таких талантов? К сожалению, нет. Если бы нас таких было много, то немец уже давно был бы выдворен за пределы нашей родины. Во как. Это как же с такими задатками героизма ты в нашу интендантскую роту попал? По предписанию. Прибыл служить туда, куда направили меня товарищи мои командиры. Я приказы не обсуждаю и мародерством не занимаюсь. И пока на мне форма советского офицера, я живу по уставу. Нормально все, по-моему. Угу. Положено по уставу, что в подразделении всегда был часовой. Значит, нужно исполнять. Слушай, Мохов, а давай-ка откомандируем товарища нашего командира в монастыре. Пусть он там монашкам своим смешным голосом палит занятия. Почитает на ночь вместо молитвы. Что? А то мои нервы могут не выдержать. Я ведь и по морде могу дать. Ты чё дёргаешься, зелень? Теоретик ты грёбаный. Немцев он одним махом за пределы родины. Ты хоть немцев видел раз, сука? Ты хоть понимаешь, о чем ты сейчас говоришь? Водоросль ты камская! Все, тихо, тихо. Тихо, тихо. Все нормально. Барышня Настя, продолжаем праздновать Новый год. Весело. Все, все, все. Тихо. Все. Thank you.
Ну что дальше делаем, красавица? Командуй. А здесь он у нас патефон. Патефон? Позвольте. Я сейчас. Извини, родной. Замерзли, товарищ офицер? Нет. Ну, пройти-то можно, я к амбару. Проходите, конечно. Нормально все. Ой. Тихо. А я пластинки нашла. Я первый. Дедушка, он же единственный. Вятские отдыхают, а мы танцуем, мадемуазель. Ладно, бойцы, у нас свой праздник. Сереж, иду. Ну, ну, за солдатскую дружбу, за интендантскую службу. Ура, ура, ура! Настена, ты не смотри на них. Они все женаты. У лейтенанта трое детей. И красавица жена. Да? А такой молоденький. А что поделать? Партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. Мохов, он хоть человек положительный, но уж возраст староват для тебя. Да я... Ты, Рымов, на голову контуженный, тоже не вариант. Воскобойников? Вор-рецидивист. Мадемуазель бывший. Я сказал, бывший. Чего ты испугалась? Но связываться лучше не стоит. Так что, Настена, при всем, так сказать, богатстве выбора, вариант вашего сердца только один. Это я, матрос ныне уже несуществующего корабля Балфлота, Стрепухин Виктор Андреевич, Саратов, не женат. Силище на дне моего организма.
за годы службы скопилось необычайное. Ой, какие же вы красивые слова-то говорите. Умею. Саня, вынеси лейтенанту стакан. Понял, Петрович, уже иду. Товарищ лейтенант! Выпей, младший лейтенант! Ребята передали. Нет. Передай ребятам спасибо. Я не пью на посту. Нет. И не стоит меня уговаривать, боец Тырымов. Идите в дом, вы простудитесь. Зря! Так нельзя, командир. Не по-человечески это. Ребят старались, готовились. Стол накрыли. Давай, пойдем. Идите. Идите, Мохов, гуляйте. Я вот что. Может, оно и не мое это дело, но у меня уж третья война на счету. Я про нее, голубу, все знаю. Даже знаю, по какому шву сейчас твоей шинели крупная вошь ползет. Практика. В общем и целом, 10-й год воюю. Это ж половина твоей жизни, сынок. Так что ты послушай меня. Насчет мародерства, то, как ты сегодня загнул, не надо так больше. Не стоит. Что ты про это знать можешь? Да и вообще, скользкая эта тема. У этих ребят, у них у каждого судьба, будь здоров. Битые, перебитые. Да, каждый со своим тараканом, в каждом своя кикимора поясничает, не без этого, но они живые люди, солдаты, у них у всех психика нарушена. У Тырымова так вообще полголовы нет. 2 осколка по голове прошли, его комиссовать надо, а ты попробуй ему это скажи. Он тебе самому башку снесет. Для них война давно не устав. Жизнь.
то, что Стрепухин сегодня с этого мерзлого немца часики отстегнул. Ну что тут такого особого? Где тут события, чтобы за него ребятам праздник портить? Ты грозишься Стрепухина завтра под трибунал отдать. А солдат за эти часики чуть не погиб. От пули затаившегося врага. И свидетелей тому целых 3 человека. Вы сейчас из него героя сделали. Да он и есть герой. Витька Стрепухин. Бывший моряк. Питер защищал. У него 2 тяжелых ранения и медаль за отвагу. А знаешь, кто ему эту медаль вручал? Лично сам товарищ маршал Жуков. Вот так-то. И Тарымов тоже герой. Он, как немца сегодня, убил. Что, неправильно? Правильно. Только убил немца не в бою, а прикрывая действия своего дружка-мародера. Ты, Гот, отдался ж тебе этот мародер, а? Ну ты подумай. А потом, что значит в бою и что значит не в бою? Я это так понимаю. Вот немец, вот ты. У него автомат, у тебя ружье. Все по правилам настоящего боя. Вы друг друга убить хотите. Кто убил, тот и победил в этом бою. Ладно. Ты, Андрей, в дом заходи. Там договорим. Да не берусь. Мы с тобою который год месим жижу под кирзачом. От Синявинских до болот, а Бог даст, поживем еще. Душа сны, как там дома ждут? А вдруг и сами в беде, в нужде? И последний предсмертный жгут мне сестричка на ложе догоде. Так поделись, браток, а табачком, а я сухариком с тобой да поделюсь. Ты чё, пока горячо, а я цигаркой пока горячо, а я цигаркою отравлюсь. А у нас с Настёной снова танцы. Серёж, пойди позови его. Ну, давай, 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 давай. Ну? Может, еще по... Давай, Петёр, давай, давай. Ты заходи, заходи. Я тут постою. Вы
вы уже выпили воскобойников. Новый год. Выпил, ну и чё? И ты пойди хряпни, не будь дубиной. Вы так со мной, воскобойников, не разговаривайте. Потому как я вас старше, по званию. Понятно. Ну, стой. Дальше сопли морозь. Что ж ты такой упрямый, а? Тебе дай нож. На. О, Настя. Чё такое? Да ничего. Горькое слово сказала Черноброва. Сердце нет ответного. Ушанавливай с печали, не прячь гармонии тайных все лады. Подожди. Подожди, чтобы горы заплясали, чтобы зашумели зеленые сады. Дедушка, не грусти. Так. Бойцы, осталось 2 минуты. Сань, да? Наливай! Они какое время показывают? Наше или цюрихское? Саня, нету разницы. Наливай, наливай! Сейчас. Сейчас будет. Ты что же окаянное творишь? Сановый! 1944 год! За победу! И за вождя нашего товарища Иосифа Виссарионовича Сталина! До дна, товарищи! Давай. Сейчас будет! Проходи к столу, лейтенант. Давай! Держи, товарищ лейтенант. Ну! Это женский монастырь. Он есть на карте. Мы сбились с пути. Я внимательно изучил маршрут. Мы отклонились от него километров на 5-7, Хауптштурмфюрер. Заткнись, штанги. Ты идиот. Как можно было отказаться от такого ориентира, как железная дорога? Она же прямая. И выводила нас прямо на мост. Какого черта вы изменили маршрут? Этот путь был короче и безопасней. Все русские как раз в районе железной дороги. А здесь их нет. Да, но мне нужен железнодорожный мост, а не женский монастырь. Я не против заночевать здесь, но только на обратном пути. Спать надо ложиться, сестра Мария. Привыкать к распорядку. Мирская жизнь для тебя закончилась. Теперь душа твоя принадлежит Господу и сестрам. Холодно. Монастырь промерз. Но все равно ложись. Завтра Господь тебя рано поднимет.
Упаси Господи. Хватит дискутировать, штанги. Поднимайте солдат. Мы уходим. Встали. Поживее. Вперед. Уходим. Не растягиваться. Сочти за грех, Господи. Но спаси и сохрани, Господи, раба твоего Андрея. Спаси его и сохрани. Спаси его и сохрани. Пусть этот новый 1944 год, встреченный нами в Лютиках, будет последним годом войны. Мы прогоним врага за пределы нашей Родины. А дальше каждый из нас будет жить своей жизнью. Так, как он хочет. Война закончится. Вернусь в Лютики. Женюсь на Настёне. И будет вся моя жизнь. Лютики, цветочки. Вот так. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом. С Новым годом, Настя! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Jetzt haben wir uns wieder verlaufen, Stange. Мы опять сбились с пути, Штанги. Nein. Нет. Es sind noch zwei Stunden. Мы идем правильно. Через пару часов будет деревня. От нее еще полтора часа ходу. Мы должны были выйти к мосту по темноте. А по вашим подсчетам, мы будем там только к обеду, чтобы стать хорошей мишенью для русских. Schade, dass wir nicht im Kloster geblieben sind. Жаль, что мы не остались в монастыре. Вперед, Штанги. Нам надо идти. Понял. Вперед. Впечатление, мадемуазель, что сейчас мы с товарищами выпьем, закусим и будем незаметно покидать с вами вдвоем этот замечательный вечер. Да что вы говорите? Абсолютно серьезно. Отборная! Перед войной ставил. Все ждал хороших гостей, чтобы выпить. Дождался. Товарищ командир, вы чего? Ты куда ее, лейтенант? Это по-нашему. У меня же еще подарки для вас. Давай. Так, дядь Коль, тебе хватит уже сегодня. А? Ну, что он пьет? Ну, Стрепухин, держи стакан. Ну, бойцы, давайте. За младшего лейтенанта, за его будущие боевые награды. Спасибо за вас. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. И тебя, Петрович, с Новым годом. Трымов!
Подарки. Барышня Колокольчик. Ой, правда, мне? Спасибо. Чтобы дядьки не потерялись. Ну, тогда не надо. Шутка. Шутка, бери. Так, Петровичу авторучка. Ух ты, спасибо, Серёжа. Бойцу Теремову и бойцу Стряпухину по зажигалке. Спасибо. Лейтенанту свисток. Спасибо. И засвистит. Куда? В баню. Там же жарко. Ну и что, что жарко? Пойдем. Не спать. Здравствуй, моя хорошая. С наступившим новым 1944 годом, дорогие мои, Маша, я так не могу. Я при исполнении. Вот войну закончим. Ну, не обижайся, правда. А ты вот знаешь, у нас в училище было. Трое курсантов из нашей роты ушли в самоволку с девчонками. Ну, вот так же, под Новый год. И все. Арестовали пацанов, увезли, и больше их никто не видел. Нету пацанов. Все. Нету, понимаешь? Война. Служба должна быть службой. И отвлекаться нельзя. И это правильно.
Я считаю. Ой, ночка, ночка темная, сирень в саду цветет. Я верю, что серьезная любовь ко мне придет. А что у тебя за медаль? За что? За войну. Ты чё? Не спишь? Не сплю. Письмо пишешь? Угу. Мне тоже сейчас. Мои приснились. Мамка, братья. Ты своим привет-то передавай. Передам. Скоро погаснет свеча. Солнце встанет, допишу. А когда вернемся в часть, отправлю. На передовой бываем. Редко. Все больше по тылам. Береги детей и сама не болей. Ты мне сама напиши. Что говорят врачи? Закончим войну, поедем с тобой в Гагры. Курорт есть такой. На Черном море. За мной. Вперед. 10 минут раз. Привал 10 минут. Понял. Привал 10 минут. Выходи, пошевеливайся. Давай, давай. Thank you.
Ребята, вы чё, немцы чё ли? Старик, твоя корова, а? Мельч. Молоко. Млеко. Молоко. Давай, иди к своей корове. Быстрее, быстрее. Ну что, старик? Сейчас. Отморозил своей корове задницу. Хорошо. Отметили Новый год стаканом молока от русской коровы. Настена, ты на меня вчера сильное впечатление произвела. Раз я свою винтовку в доме забыл. Не дай бог сейчас в сани полезут. Там оружие. Чего это у него? Мины. Мины. Она же в доме спят. Сейчас как зайдут. Настена. Слушай, родная, слышь, выручай, давай быстро, во двор не одевайся, прям так иди, наклонись хорошо, чтобы тебя сподручнее разглядеть, сразу все было. Какая аппетитная ты есть, женщина. Славная ты, Настена, девушка. Хорошая. Это правда. Ты чего хочешь? Слушай, дальше. Выйдешь во двор. Наклонилась. Так, чтобы все натурально было. Как будто ты дровишек в баню подсобрать вышла. Поняла? Наклонилась. Дровишки. А сама жди. Как только почувствовал, что кто-нибудь из них на тебя купился, посмотрел, сразу возвращайся. Только все стадо сюда за собой не веди. Ни в коем разе. Одного фашиста и хватит. А я уж его тут встречу. Давай, родная. Ребят спасать надо. Давай. Да не стой ты коровой! Выполняй приказ! Ах, что,
Ой, смотрите, какая. Иди сюда, красавица. С Новым годом, крошка. Ганс? Ганс? Да. Да? Du hast 5 минут Zeit. Jawohl. У тебя есть 5 минут. Отработай как следует за нас, за всех. Я бы сделал это еще быстрее, что он будет. Ты меня, девка, ночью не прощупала, что ли? Я же очевидный дохляк. Фу. Кожа до кости. На кой же хрен ты мне самого здорового привела? Так а какой первый пошел, мне же все равно было. А все равно тебе быть не может. Ты на войне. Выполняла задание, а это твой враг. Хитрее надо быть. Вижу, Настена. Вижу. Ну и чего? Мы русские люди. Мы на своей земле. Нам бояться нельзя. Покажи, старина. Давай там старайся. Я тебя давеча обманул. Конечно же, я тварь такая. Женат. И у меня в Саратове дочка растет. Маленькая. Ты на меня зла не держи. Хорошо? Договорились? Хорошо. Ну вот. Одну важную задачу мы с тобой решили. Помру, так хоть буду знать, что ты на меня не в обиде. Пулю в лоб хочешь? Давайте. Отряд, становись. Ганс. Счастливо. Мы заберем тебя на обратном пути. Уходят. Уходят. Это тебе не русская армия. Где Вахлак? На Вахлаке это... Отборные войска СС. Крепкие ребята.
Не стрелять. Ну что, Иван, боишься? Ай, Саня, не вовремя ты поссать вышел. Вот так, девонька. От подобной внезапности, между прочим, и началась Первая мировая война. Иди сюда, нападай на меня, нападай. Беги, Саня. В укрытие. Декунг, декунг! Что это? Куда? Пошли, пошли, мужики! Серьёза, граната бросит нам конец! Подождите меня! Не-не-не-не-не! Ребят, pass auf, links! Сколько же их? Очки. Они, родная, здесь не просто так появились. 33 богатыря появились здесь не зря. По всей видимости, они к железнодорожному мосту прорываются. Диверсанты, у них мины. Одного с минами я положил. Наши сейчас тылы подтягивают. А немцы хотят этот мост убрать. Мы вчера аккурат возле этого моста были. Ни охраны, никого. А на всех нашего младшего лейтенанта не хватает. Он бы точно пост поставил. А так бери этот мост голыми руками. Вот тебе и вся тайна Деда Мороза! Через окна не прорвемся, они окружили дом. Пойду посмотрю через чулан. Ага. В дом они не полезут. Буду ждать, пока эти двое вернутся. Так что время у нас есть. Стрепухин держится. А-а-а!
патроны кончились. Наши в доме молчат. А эти суки уйдут ведь. А там за лютиками мост. Идем на абордаж. Ну-ка, подвяжи. Не реви. Тебе еще после войны пацанов рожать. Живы будем, не помрем. Чего это он? Чего он хочет? Гляну на село. Девки гуляют. Куда же ты так торопишься, командир? А девки голосистые. Ой, да. Похоже, он пьян. Надо его пристрелить и уносить отсюда ноги. Подожди, Генри. Я хочу понять, откуда взялся этот герой и чего он хочет. Не дают. Вот такая веселая песня. Ну чё, железноголовые, испортили русским парням такой Новый год. И посмотри, что он сказал. Он сказал, что мы испортили русским праздник. Это плохо. И это плохо. Неправильно. Ха, вот тебе и лютики в цветочек. Фазы! Ну, шуганем тихохонько. Атака! Сережа!
него в Саратове. Дочка маленькая. Я передам. Я боялась, что больше никогда, никогда тебя не увижу, Андрей. Этого не могло быть. Маша. Понимаешь? Этого не могло быть.